добрался я все-таки до релиза «Заразы», «Остров невезения». Я видел периодически, там мне написывал, особенно один чувак, он был слишком настойчив и писал постоянно, типа, я не остановлюсь, не остановлюсь. Тем самым я узнал вообще о релизе этот «Заразы», и, ну, я даже не знаю, что это за исполнитель. Если что, извиняйте, но раньше, по-моему, он мне не попадался. Вот. Ну и, собственно, поэтому я решил... А, ну, скорее всего, да. Я, возможно, его когда-то где-то на фите с кем-то слышал. Не вспомню сейчас. Ладно, давайте прослушаем альбом. Не знаю, чего ждать вообще. Неизвестный, можно сказать, мне исполнитель. И не знаю даже, какая музыка. И, собственно, о чем? Поехали. Тебе лучше не знать. Нормально. Такая, типа, что-то заезженная пластиночка. Сколько времени потеряно зря? Сколько пяток я срубал подряд? Бит хорош. Хороший голос. Не отталкивающий флоу. Не совсем я любитель уже вот такого исполнения, конечно. Чувствуется вдохновение кое-кем. Бит классный. Вообще вот этот вот сэмпл, он немного напоминает Steel Dr. Dre. Ну просто напомнило прикольно. Неплохое начало альбома, классный бит. Ну, пока понравилось. Так, идем дальше. Выстрел. Блин, тоже что-то, короче, напоминает мне, конечно. Именно вот эта сама эта гитарка. В этом нет ничего плохого, просто говорю, то, что что-то знакомое как будто. Опять же, неплохо, в принципе. Простенький припев, запоминающийся. Бит хорош. Причем он сам продюсирует, да? Зачем убавилось? Или это только у меня? Я надеюсь, то, что пластинка не вся такая. Я надеюсь, то, что он как-то удивит. Как-то иначе себя пока. Ну, два трека. В принципе, похоже. Хип-хоп мертв. Hip-hop is dead. Классно. Он вообще классно пишет припевы. Неплохо. Такая более серьезная тема. Классный припев. Ну, бит такой посложнее, может быть. Классно играет с рифмой. Выход. Такая долгая раскачка. Я говорю, он круто пишет припевы вообще. Тема качает. Дождик. Так, пока простенько. Технично. Такой техничный рэпер. И классно исполняет припев. Как всегда. Короче, это король припевов. Мне кажется, вся пластинка в итоге будет такая кочевая под современные такие биты. Но надо дать должное вообще, красава, парень. Сам пишет биты, сам текст фигачит. Все, у меня вайб просто такой, хоп, понизился.
Так, ладно, ну, посмотрим, что дальше. Ой, забавно так все это слушать. Милая, милая песня такая, забавно слушать, но она пока как-то выбивается, в общем, прослушав то, что было до нее, и услышав это, просто такой контраст жесткий. Мне нравится сэмпл, который он использует. Так, здесь мне куплет понравился. Припев. Само исполнение мне не очень понравилось. Вот, сам трек-то понятен, как бы. Все, наверное, бит хорош. Биты на альбоме супер гуд. Отдельный вообще респект за сэмплы. Так, ну, стекла у нас что-то мрачненькое, да, вообще будет. Вот бы он сейчас начал читать. И потом спустя только какое-то время начал ебашить. Круто. Классно, он классно играет с рифмой, классно исполняет, техника вообще на высоте. Круто. Такой печальный, мрачный трючок о былом жизни. Так, пока не нравится. Опять же, ну просто исполнение не нравится. Вот куплет, в принципе, опять же, хорош, но припев отталкивает. Именно из-за того, что он тянет. Кому-то зайдет, кому-то нет. Ну, неплохо, неплохо. Забавный Даня нож. Так, Мэри Джейн. Что за Мэри Джейн, интересно, такая? Может, это которая с Человека-паука? Он что, о ней песню написал? Песня про Мэри Джейн мне больше понравилась у Вандерфилла. У него тоже на альбоме есть песня Мэри Джейн. И вот, как мне кажется, у него все-таки покруче. Короче, этот трек грубее, мне кажется, чем у Вандерфилла. Вот. Единственное, выделю только бит. Бит хорош. Так, ну и последний трек, Абориген. Отличный трек для завершения альбома. Ну, как мне кажется, вообще идеально. В конце. Опять же, клавиши знакомые. Идеальная, идеальная концовка альбома. Остров невезения. Так, я не знаю, конечно, у него это первый релиз или до этого уже были. Но в общем и целом альбом хорош. Да, были у него альбомы, но вроде как дворы вот. Альбом хорош, но иногда казалось то, что слишком все друг на друга похоже. Но классный флоу
Очень техничный, зараза. Классные припевы, вообще мастер припевов. Хочется, ну, прям напевать, заедает. И мне кажется, когда я буду монтировать, у меня какие-нибудь мотивы все-таки пристанут ко мне. По текстам, в принципе, все понятно. Ну, там жизнь и так далее. Слишком много наркотиков и всяких запрещенных веществ в текстах. Я думаю и надеюсь, то, что со временем он избавится от этого. Вот, потому что везде-везде упоминание какое-то и так далее. И целая песня вообще посвящена Мэри Джейн. Очень как-то не то, что не понравился, просто, как по мне, выбивается трек на всю ночь, по-моему. Да, на всю ночь, потому что что-то как-то это очень, как будто, знаете, он когда-то давным-давно его написал. Ну, слушая просто предыдущие треки и вообще весь альбом, где очень классный слог, классные рифмы, темы какие-то и так далее. И тут ля-ля, бэйби, и думаешь, вау, чё это? Ну, типа, может, специально для девочек написано, чтобы они такие, вау, клёво, надо заценить. Но, как вам сказать? Это не то немного, это не любовь, это не локоны. Что еще из русского? Короче, это не баста, не гуф и так далее. Тут такое чувство, как будто какой-то школьник писал. Возможно, я ошибаюсь, конечно, но не знаю. Мое мнение, то, что этот трек здесь выбивается. Вот, и, ну, мне кажется, что он здесь специально просто, чтобы вот для девочек что-то было. Вот. А в общем и целом альбом хорош. Просто иногда хотелось каких-то резких поворотов, может. Именно смены бита и так далее. То, что, ну, мне очень просто нравится. И меня бы это порадовало, конечно. Вот. А так, биты здесь классные. И сам чувак классный. Спасибо, что советовали. Как вам альбом? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо всем за просмотр. Всем пока. Check it out.